Шевченко Светлана. Мне 42 года. Пришла, чтобы похудеть на 40 килограмм. Как-то вот поменять, как-то чему-то новому научиться, как-то вот, ну, просто вот хочется. Да, изменить свою жизнь именно в этом направлении. Почему? Потому что надоела вот эта рутина, которая вот там зарабатываешь эти деньги, потом ты их пропиваешь, прокуриваешь, проедаешь в конечном итоге. И все. Поэтому, придя в студию Форба, слава богу, не знаю, под счастливой звездой, я ушла с работы и, в общем, выбрала спорт. Настрой? У меня нет выбора. Я не могу, мне надо, как в меня ребенок верит.